Всем привет! Хочу рассказать вам о своей пробной инкубации перепелиных яиц. Значит, я сделал самодельный инкубатор из пеноплекса. У меня получился где-то ориентировочно на 60 куриных яиц. Вот, но решил я пробно инкубировать перепелиные яйца. И приобретал я именно не инкубационное яйцо, а приобретал на рынке участников как столовое пищевое яйцо. Очень дешево. Получилось 30 яичек, где-то в районе 100 рублей. Вот, приобрел я где-то порядка 150 яиц. Из них отсортировал, был небольшой бой. И когда прошло дней 6, где-то недели, я просветил. Значит, получился из всех яичек, которых я приобрел, 54 яичка был неоплод. Был неоплод. И из того, что заложил, где-то в районе 70 яичек, потому что там был бой, еще отбирал я в сторону. Вот. Произошло инкубирование где-то завтра. Ожидается вывод перепелят. Какая порода? Не знаю, что из этого получится. Вот. Самому даже интересно, что и как, что получится здесь. Ну, заодно тестирую инкубатор. Яички разного калибра. Есть 16 грамм, есть 13 грамм. Поворот я уже отключил, точнее мне ручной поворот с помощью рычажка поставил на низ добавочной емкости с водой, увеличил влажность, опустил температуру до 37,5 на вылупление. Теперь будем ожидать. Не знаю, что получится из этого. В дальнейшем сниму видео и покажу, что у меня из этого получилось. Всем спасибо за внимание. Пока.